Поросенок. Смотри, какой симпатичный мужчинка поросенок. Он нарисован, видите? На коробочке они нарисованы у каждого. Нарисованы. Так, дальше. И у нас что? Я ежа. Вот. Я тоже. Садись, кушай. И я ежа. У меня ежа. А ты что? Я не хочу. А ты не хочешь? Сейчас. Я выгружу, пойду. Это я бежал там. Подожди. Подожди, не открывай, не открывай. Подожди пока. Что ты хочешь? Я очень легко. Настя, ты можешь выбрать вот из этих, тебе, если тебе не нравится поросенок, тебе тетя поменяет на кого-то другого. Не открывай пока. Или пусть будет поросенок. Я хочу Паразиты. Настя, их еще нету. Может, ежика хочешь? Или вот такого мышку, смотри. Смотри, как у Маши. Подожди, Настя. Как у Маши? Да? Как у Маши. Дайте ей вот такого мышонка. Или мышку с ушами. Настя, дай сюда. А я тебе разве давала подарок? Не, ему еще не давали. А что есть? Дайте мышку ей. Кроме гориллы, какие есть? Свинка, горилла, ёж, да? Свинка, горилла, ёжик и вот этот... Вот это. Что забывает, как его назвать? Это коала. Коала. Это мини. Коала, да, хочешь? Коала. Сейчас тебе тетя принесет, Настя. Я тебе дам. Так, а что мама? Вадим, что ты хочешь, Вадим? Вот 4 вида игрушек. Так, вам всем дали игрушки? Тебе дали, Надя? Сережа, Сережа открывает. Все. Сейчас я палу принесу. Чего ты плачешь? Тетя, иди с тетей. Тетя тебе даст. Иди, иди. Она говорит, он говорит, я пойду понесу маме. Ох, ничего себе, какой поросенок. А ну покажи. Покажи. Поросенок. Так, а у тебя кто? Горилла у тебя, ничего себе. Горилла. Так, а там что у тебя? Ёж? Да, у твоей сестры. А ну покажи. Класс. Можете меня сейчас мы еще сфотографируем. Сейчас вас всех сфотографируем вместе с игрушкой. Ну, пожалуйста. Я на видео сейчас снимаю. Пожалуйста. Я не могу сейчас. Я на видео вас снимаю. Можно меня с двумя?